Заполярье встретило лыжню России. 35-й забег собрал не только профессионалов, но и любителей лыжного спорта. Погода не подвела, и уже в 10-й раз мурманчане приехали в долину уюта, чтобы поучаствовать в соревнованиях. О том, как прошел настоящий праздник здоровья, смотрите в следующем сюжете. Сергей Васильевич с лыжами неразлучен уже больше 50 лет. Северянину за 70, но каждую зиму он ждет с нетерпением. Открыть сезон уже дело чести. В лыжне России мужчина принимает участие много лет. Сейчас традиционно Сергей Васильевич пробежал 10 километров и готов отдохнуть за чашкой чая. Ведь главное в таких соревнованиях не победа, а участие и бодрость духа. Если хочешь дойти до финиша, к этому надо готовиться. А вот чтобы готовиться, должна быть какая-то хоть минимальная цель. Например, вот как лыжня зовет, лыжня дружбы, марафон на празднике Севера. В зависимости от того, что выберешь, также будешь и готовиться, стараться кататься в любую погоду, несмотря на все жизненные проблемы, невзгоды и болячки. И тогда они отступят. Наравне с бывалыми лыжниками приехали в долину уюта и молодые спортсмены. Влад биатлоном занимается 6 лет. Тренировки сложные, но азарт и воля к победе компенсируют шестидневные нагрузки. Возможно, когда-нибудь мы увидим мурманчанина на всероссийских или мировых соревнованиях. Это очень интересно. Всегда есть интрига. То есть тренируешься, бегаешь лучше. И вообще это очень классно. То есть зимой чем-то заниматься и сидеть дома. Около 8 тысяч участников собрала лыжня России в Заполярье. Она по праву считается одним из самых масштабных зимних соревнований в мире. В этом году лыжная гонка стала юбилейной, 10-й, для жителей Кольской земли. Поддержать земляков приехала и губернатор Мурманской области. Мероприятие началось с торжественной речи Марины Ковтун. Я поздравляю всех с этим прекрасным спортивным праздником. Я желаю вам успехов. Почаще берите лыжи, приходите в долину уюта и катайтесь. Сегодня 7 тысяч земляков по всему Кольскому полуострову участвуют в этом лыжном празднике. Спортивных успехов вам и на старт! Для тех, кто совсем недавно встал на лыжи, была предусмотрена игровая площадка. Маленькие северяне с родителями прошли дистанцию в 100 метров и отправились развлекаться. Веселые старты прошли на ура. Честно!